Ну я пытался тебя захилить. Я тебя предупреждал. Но ну да. Мне кажется, ли вы запустили? Мне показалось. Так, Войд, будешь на двоих. Если есть стол, поставьте там рыбу. Войд, ты будешь на двоих. Под Валдорама напуливаешь на Войда, а попал, ты будешь на двоих. Как на пол закончится, ханты вы на кинетике. А да вы, Варь, что сначала на ДД рулила, сейчас на танка? Так можно? Но он на один только спек идет. Только что написал, что на танк. Ну вот, значит, он на танк и идет. На двух? Лимошка, ты на одну. Войт на двух. Давайте, я раздавайте баф. Тограм, маг. А, лапу хочешь? Ну на. Последничек. Пущен. Ну тогда опущено. Любимые воины короля Лича, теперь наши силы едины. Оп, то был арочный сдох. Так, могучий вихрь пошел. Моя чаша полна и прольется кровь. Прольется кровь. Моя чаша насладитесь болью. Только ты будешь мог валяться. Давай. Блять, он еще и АФК ушел. Нахуй я его поднимал. Берет у нас падает. От Волонара. Который без ХП. Ну. Сейчас скоро смена цели. Вера, давайте и бейте. Узумаки. Там далеко падает кинетика, а сейчас она бабахнет. Хуя. Полетели. А чё, баб не снимается в стиле, где тьма, да, есть? Снимается. Да, да. Могучий вихрь, конечно, так. Добивать уже его. Так.
На осколок свой. Это надо кому? Мне просто интересно, вот ты вообще ЛП нажимаешь, я спецом с ноутбука зашел в РК, чтобы у тебя задать тебе вопрос. Я увидел, что я срываю по Оману, я начал бить Келя. Вообще, ну, я играл в другую цель, и босс сорвался на меня. Объясни, это как? Ты вообще, ну, ты АФК ушел или что ты делал в это время? Потому что откинуло вас магов. То есть на ранже агро, чтобы срывать, нужно 120%, в мелизоне 110%. У тебя было в промежутке между 110 и 120. Откинуло этим вихрем вас, и он сразу моментально на тебя переключился. Там и ты, и Мунквин так сдохли. Ну-то два ханта вроде, я не знаю, там на пул, там ЛПшки. Там можно просто уйти курить в натуре в АПК, и что никто не сорвет. Ну я тебе за 50% дал, а не пул. Окей. Okay. Это Кукуася. Ой, Кукуася, Кнастик, я тоже сдох, не успел. Кто пацан говорит, что босс был без ХП, нахуй ты это вообще говоришь? Типа. А что, он с ХП был, что ли? Да, вот именно, он был без ХП, его никто не играл. Как он убивает магов, ну, вопрос к тебе. А я откуда знаю? Ты ко мне вопрос задаешь. Я откуда знаю, как он тебя убил? Тебе WhatsApp что-то рассказал, может быть, так и убил. Хапа, ты что, не напуливал? Я вначале дал на пул, а после этого весь бой я на сферах сидел, пса. Не, ну, понятно, нормально. Я тоже напуливал. Рама на... левого на войда. Ты его все равно не полдрам убил, его волна рубил. Там убил их, потому что вихрем откинуло в них. Ну ладно. Давайте поднимать хит или мозгу. А он копыта не откинул свой. Тоже самое, кстати, на профе было. Босс пошел тупо на меня, короче. После переходки я добил слизня и начал играть в босса. Босс, ну, постоянно светился желтым на переходке, блин. И потом пошел на меня. Там еле-еле его успел там таунт кинуть. То же самое, я не понимаю, что за проблема. А ты броник прожимаешь с пола будет? Да. Не знаю тогда. В натуре, если по Оману не отслеживать, ну я бы умирал тупо, ну, через босса, если не на каждом боссе. Ну теоретически на пола двух хантов должно хватать вполне. Так, может быть, потому что откидывать слизни. Тактик поставьте. Ой. Какая разница, тебе наоборот, то, что откидывают слизни, тебе на руку. Ты за это время накидываешь просто ЛПшки на переходке особенно. Там вообще на профес. Ну, я не знаю, там... Это бред, короче. Давайте-ка вот пивать свою ману. Я не знаю, бред, не бред. Вот сейчас попробую сорви, посмотрим. Ну, значит, ты это нарочно делаешь, если сейчас... Я не знаю, про что ты говоришь. Что значит нарочно? Я что, дурной, что ли, по-твоему, или что? Получается, что да, потому что, ну, на ну, тем боссов... Ну, странно как-то получается, я с этим не согласен. Ваня, ты готов? Все, танки, поехали. Ну чё, надолго будет стоять там?
Она как раз стоит. Что забирать? Ну вон опять сорвал. Копии пропали и сорвал. Да ничего ты не сорвал. Ну да, было видно, что она пошла на меня. Да не было ничего видно, вон он посмотрел. Тогда, сука, откуда на мне зеркало взялось, блядь, дебил? Да я ебу, что ли? Сам ты дебил. Десер, укуси, пожалуйста. Какой сильно справишь гимн сейчас на ману, потом отдашь на хп. Куку Вася поставил что-то на ману. На ману КД. Тогда пускай мобильный хил поет гимн на ману, потом на хп. Что думает человек, который вставляет кнопки и ставит оголь-моголь, вот этот эликсир на буковку F? Думает, заебись бы. Не очень. Блять, поднимайте Войда. У кого есть БР, поднимайте Войда. Похуй у кого, у меня, сука, на КД. Поднимайте его, Даксон, у тебя не должен быть на КД. Поднимай его. Все, захил, захил его. Там прожимаешься вообще, алло? Ну да. Я как-то шотнул мгновенно. Дно, танки, дно, ДТ, дно. Согласен. Да не, убил, да, тебя убило за секунду там. Им на ману залейте, пожалуйста, присты. Никогда танком снова дефы так особо не прижимаю, кроме наличи. Блять, вы так все кучно стоите, просто охуеть можно. Варенька, я тоже так танчил в адепта. Топ-танк, блять. Вас реально тяжело хилить, алло. Шаман, ты встанешь? Я уже встал. Меня никто не бахнул, конечно, у меня там хп 20к. Сейчас я тебя подниму. Житесь, а. Кидай на себя быстрину. Еще на меня это сверху. Дайте гимны на хп, дайте гимны. Блять, хилить тяжко, капец. Все, добили. Так, что у нас упало? Зерка из-за того, что танки не держат агро. Танки. МД, ты просто МД. Хочешь привязаться к Войду. Да не, что ну, время ну, на него срываешь? Ну, типа, Войд не держит это, Войд не держит то. Не, ну сорвал же агро, я просто дамажил. Слетели копии, босс пошел на меня, кинул зеркало, умер шаман. А ты арканы можешь? Не, 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 фаермага. Играю фаермагом, у меня таланты вкачаны, все хорошо. Защитника рольте героически. Так, кто там из вас слышал? По-моему, да была. Да. А, дабл получал, тогда да и хвость. Так, блядь, я тебя потом отниму, ГП попалась. Так, давайте, сырнить надо кому? Так, разве шаманы не хвалипалы? Давай, не первый должны быть. Это просто мама. Грамм надо. Покорители надо кому?
А че это ты ДС пируешь? Так, по-моему. Что я почему? ДС пируешь. Да, мне не нахрен нужно. Да у меня, в принципе, голды хватает, я их даже особо не трачу никуда. Бля, вы запустили, у Хуаси нету маны, ни у Бутербола нету маны. Ну если есть, то давайте, но вроде они уже давали гимны на ман. Жалкие создания, умрите! И на передачи заливайте двум шаманы. Сейчас я подойду. Когда бьем ласта, лок, поставишь шкаф, засумоним шамана. Он хочет на вальку похилить. Ой. Да и подвисает у меня, конечно, жесть. Конечно, неудобно. Сейчас он побежит. Нет, все. Я думаю, что пусть он первый бежит, иногда багается. Бывает. Бейте, РПДшники. Да Войт, не забирай его, блядь. Кого? Войт танчит. Это попал. Ну, так по-моему. Пытается вытащить чистославие, а ты забираешь чистославие. Я ничего не забирал. Я охотницу, я стрелу кончу. Так, милики, отойдите. Больно прошибает. Вот, пожалуйста. Ну, я здесь, я не в кашу, но я трэш не буду бить, потому что вот сейчас меня опять убьет. Какая-то краночка здесь появилась. Чё за фигня? Так. Хочешь кнопку, я помогу сделать так, чтобы ты не стервал. Да, Дима, мне все равно, понимаешь? Типа, ну, типа, я не стремлюсь, чтобы сорвать боссов. Я хочу просто себе подамажить свое удовольствие. Уже... Снимай уху, катушку, два акции, все, и ты сорвать не будешь, и можешь бить свое удовольствие. Бля, твой ответ прям достоин тебя, Дима, в натуре. Не, ну. Я тебе сказал, как лучше делать. Чтоб ты не срывал. Так, погнали наверх, лок поставим шкаф. Не останавливайтесь. Бейте Синдрагосу. Боктар, герои. А куда ушел хан?
Хант это варенька, нет? Ну, это он, куда он ушел? Он написал, что его там что-то надо заменить. Я знаю. Где Трихи вообще, ну? Напишите ему кто-нибудь ВКонтакте, пожалуйста. Меняйте меня на Трихи, уйти надо, и все. Что ему писать? Ну, он АФК, что это ему надо, чтобы кто-то ВКонтакте написал. Так, ладно, в общем, 4 шамана, ой, 3 шамана в Энерейде. И я... Гемопатия, давай тоже полетаешь, похилишь, я солок постою здесь похилю. Чего, на рейде, шаман? Не, ой, 3 шамана и ДЦ на Вальке, я на рейде посижу. Есть у кого еще хил? ДЦ есть. Пекайся в ДЦ. Тогда ты со мной останешься, похилишь. Маги, раздавайте свои МК шаманам. Там... Ваня, ты кидай Кукуаси. Я кидаю, не, я кидаю Барвели. Ну тогда Кукуаси пускай кидает LG, следующий маг кидает Гутербол. Ой. Дайте каску кулак, и мы начнем. Каску еще немножко раздай каску. Залейте ман. И поставь мне туда комментарий. Так, а на кого бы поставить? Ну давайте... На Барвеле поставим что-нибудь. Берите Ханта в 8 группу, или он зайдет. Не знаю, по-моему, он не зайдет. Бери мешается хил бот. Давайте чек. Лимошка, дай каску по себе. Там упало проще. Ну боже! Я понял, Слави, я вам потом отниму. Спасибо, что напомнил. А, Зумаки, ты здесь? Ладно, начинайте. Дабл Арт, слышь, ты да. Если что, напоминай, что ты идешь на танк, потому что я тебе дал ГП за 50%. Я забыл, что ты идешь на танк. Я тебе сейчас потом отниму его. Я тебе должен был за 10% его дать. Бейте подавители, подавители в первую очередь сливаем. Там кокосина, кидай кому хочешь ПС-ку и шаман. Я Гутербол. Ну, кидай ему. Косты могу сбивать. На ман не сжигал, на Дексоне зомби почему. Трава маг его тоже заливать. И ауэшти вышел на лох. Где нас просто касается, что я не вели. Забавно же этого мага нужно касаться. В общем, чтоб я не напоминал, как вылазит жирный ублюдок, тут же появляется подавитель. Видите жирного ублюдка, видите подавитель. Жирный ублюдок. Вот. Подавители побежали. Так, маг появился. Справа далеко. Он бежит на Кукуаси и кидает шар огненный. Кто справа танчит? Галян, салян. Так, бейте подавители. Везде появились. Кто гран не сдохнет, пожалуйста. А Трихи кто-нибудь написал?
Маша, ты писала 30, чтобы он зашел? Нет. Напиши ему, пожалуйста. Ух, Настя перешел один на один зомби выйти. Ну, с упырем один на один выходил. Так. Босс уже там стак. Смотрим. Так, у Ватербола 14 стак. У Васи 12 стак. В Арфеле 13 стак. О, как синхронно получается. Ой-ой-ой, килевой, да. Что-то я вообще тут заснул. Так. Да, можете уже давать. Как Косина, возьми в цель Вальку и давай гейм на маны. Ой, на хп. Мобильный килл давай тоже в таргет Вальку и гейм на хп. Подавление заливайте. Да, бейте, подавите. Пожирает хп. Чё, мне в ДТ вставаться? А гломеопатия может в это, холика? Ну, я думал вообще шамана этого ставить пока что. Шаман, как ты хочешь? Тебе что-нибудь надо на этом, как его, на Синдрагосе? Барвили, тебе надо что-нибудь? Тебе без разницы? Он бисовый, блядь, что ваш? Я понял, когда какой-то наспекайся назад ШП, если лопа. Надо кому идти перчатки? Да сиди на шамане, так захили. Кукуася, ну на, тебе надо этот кинжал. А что тебе надо, перчатки? А, ну это, этот как его? Ваня, дай ему перчатки, я тебе их отдал. На тебе еще и кинжал, Кукуася. На тебе еще и голову тебе дал. Подарок. Иди, пари. Я тоже отойду на минуту, кто-нибудь тут знает командовать. Поставь фрилук. Сейчас вам поставлю. Не тот поставил фрилук. А, чисто для информации. Вот это вот сейчас слышу падают. Они на ДЦ идут? Ну, солнечные. Да. Каждый за себя называется. Сейчас я чистаю, тебя подниму. Давай. Там вон Трисия на полотене сидит. Напишите Трисии, типа скажите ему, заходи на Ругу. Барбили заходит холипалом, киньте инвайт. Бля, зачем он на холипал заходит? Пускай бы на шамане с вами сидел, да и все. Ну хочешь холипалом похилить? Не, ну может завтра он понадобится там, потому что завтра... Да, да, он зашел раз в полгода, блин. Да, да. А у меня есть холипал. Не часто играет. Тогда на тебе, Ваня, ассиста. Даже... А, вот я уже его вижу. Засумонить его. Там гнев небес паладина, гнев небес. У нас тщеславие откинется снова. Я только зря МВР свой беру.
Хорошо, отходи, Вячеславе. Мне тоже надо отойти. Тоже пока что пошел. Что происходит? Без тщеславия, по-моему, спец. А где Узумаки? Чуть не вижу. Где трэш? Где? Почему дверь не открылась? Там еще остался дракончик какой, ну, одна, один или две штучки. Узумаки наверху просто. Дима. Даня, ты тут? Да. Кикни Узумаки пока что. Я не знал, что у меня ассист есть. Давайте еще запустим. Сейчас должно ее выкинуть сначала. Все равно уходить надо. Я не понял, а что это мы не закончили? У Узумаки вылетело, наверху стоит. Да. Она пришла. Ну, что, ивент сначала убьем? Да. А, дабл ар, да, я тебе сейчас не подожди. Ой, срочно отойду. Сейчас поставлю. Куку, Вася, я за тебя прицепилась.
Пойду пока себе какао сделаю. Скажите Ване, чтобы он там сам себе ИП начистил. Мы пока дрошак чистим, куда мы тебя засмотрим. Киньте сальву по витамину. Так, а кто у нас на лодке сидел? Я не помню. А куда он ушел? Да я только сейчас заметил, что у нас лодка нет. А, точно, зумаки, все. Это Узумаки, если ты здесь, ты можешь заходить в лыс. А, гемеопатия, у тебя холиприст есть, да? Тогда спекнешься в холиприста, а покойся на спекнешься в лице. Пойдем. Только мне нужно клавишу расставить, это минут 3. Бля. Да не, нормально. Ой, я не знаю, у меня в Вуду просто не получается сделать 2 как бы, спека. Ладно, хит рейд. Ну, там сбивается почему-то постоянно. Тотемы, блядь, тотемы. Тотемы. Так, Терриси вообще зайдет на эту дорогу? Я ему пишу, он там молчит, кильчасть отвечает Олегу, я понять не имею. Сейчас, секунду.
шкаф, а где узумаки? Тыкать, тык. Игрушка, дурка. Ладно, возьмем Олега. Рыбу ешьте. Поставь узумаки, шкаф за сумоним Олега. Стоит. Тогда сумоним Олега. Убери это. Он не сумонит. Я уже резал его, Вася. Встает. Подожди, сейчас я ему напишу, чтобы он вышел из БГ. Лестните, пожалуйста. Тыкайте. LG Mach, пожалуйста, кинь на меня МК. Я кину на третьего магу. Это типа слово, бей пока джагай, там любой какой хочешь, только не желтый, потому что он схулипал. Давайте фулбафы. На второй фазе я скажу, куда выносить метки. На магах нету бафов. Дайте магу бафы, каску, кулак, лапу я сейчас дам, только поем. Третий аура освободите, у кого он там стоит. Просто бафа нету. Дайте каску ШП. Каску ШП дайте. Что? Давайте спускайтесь вниз. Запускайте. На полного еда дадите. Он ушел. Так, освобожденка много не ставить, на 3 килах освобожденка. Милики много не ставить, узумаки тоже много не ставить. Скоро перетяжка будет, одна секунда. Беги, малышка, беги! Жак. Так, все, взятка будет. Задота эти боссы. Метки вниз. По центру далеко падает. Блять, кто там стоит далеко? Перчи, молодец. Опять там же падает. Подбивайте мед. Глыбы подбивайте. Там звезду подбивайте. Кружочек подбивайте. По центру слева падает диск.
Так, какой сильный? Ладно, бейте так. Я подниму хаб. Так, хаба сейчас я тебя подниму. А Доксон, ты поднимай певчего. На 3 хилах освобожденка. Дайте им бафы. Беги, малышка, беги! Бежим. Это Фридмен, да? Нет, как это ж баф. Так, на 3 хилах освобожденка. Давайте наверх. Дайте каску, лимошка, дай ему каску. Метки нет. Лимошка, лимошка, возьмешь на себя босса. Кому это певчему ШП. По центру падает, группы подбивайте. Центральную подбейте. Правую группу тоже подбивайте сейчас. Слева близко падает, крайне лево не бейте. Блять, ну что вы делаете? Ну едь, вы что творите, блядь? Пиздец, вы гоните. Блядь. Суки. И как специально добивают. Чё, по ДПСили? Загнали. Дуксон, не давай сразу звездопад. Давай его, когда оно уже приземляется и нужно быстро разбить метки. Самое главное, стоят с двумя, а остальных, короче, подбивают, блядь. Суки. Поднимите кто-нибудь, там у меня уже маны нет. Давайте бегите все сюда. Там у нас еще бежит. Ваня, давай беги сюда. Давайте фулл бафы. Давайте, кто первый поцелует двое до 100 голды. Христа баф, дайте. Это проституция, она наказывается законом. Давайте чек на готовность.
Кулак магом, пожалуйста, бафните. О, кулак под АК. Если бы вы не сказали, я бы не бафнул. Забыл бы, наверное. Ваня, нет, ты готов? Нет, 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 нет. Скажи, да. Катись туда вниз. Не спускайтесь. Глыбы до 200 тысяч подбивайте и все, и столкнуйте дамаг. Поставьте лучше от темной магии. Жестаки идут от темной магии. Во. Ну и подвисает у меня. Так, на трех хилах освобожденка. Скоро притяжка будет взять. Беги, малышка, беги! Побежали. Давайте наверх бежим. Никто не уцелеет. Так, поанонсите там. Нам не метка, а лимошка заберешь потом босса на себя. Анонсируйте там. Слева. По центру. Справа. Не бахайте. Правее центра. Тише, тише, тише. Помайте. Блять, просто нахуй, вот. Ты. Не разбивайте, да, лучше не разговаривай со мной. Ок, Настя, у тебя вернее на КД? Окно, нет. Поднимай. Ты что, тупой, давай. Что ли, или что? Поднимай, поднимай его. Вы, конечно, нашли время поговорить. Дадите ему баф. Не кидай уже будет. Залейте озарение, друиды, пожалуйста. Бежим. На, потом некрасиво. Видите. Так, на двух хиллах освобожденка, нормально. Так, сейчас звёдка будет дотать её. Десять стаков, Ваня. 11. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Так, смотрим на метки. Немножко возьмешь на себя босса, метки вниз. Так, специально там для особо одаренных. На первой звёдке тоже в метке был. По центру падает. Добивайте глыбу до 200 тысяч. Далеко по центру падает. Право далеко падает. По крайней правой стопайте дамаг. И по крайней левой тоже стопайте. Блять, ну что вы делаете? Блин, кумак. Блять, надо было блинковаться. А, глыба спасает? Я не знал, сейчас смотри. За все разбивайте. А бабл не спасает, да? Или спасает бабл? А, ну кидать вас? Надо выкидать. Так, на трех хилах освобожден, как аккуратнее сейчас. Кинь на двух. Вторая фаза пошла, первая глыба под босс. Под босса нести. Милики отошли. Милики отошли. Следующую тоже под босса скидывать, стакер добивайте. Следующую под босса. Все, опять на тебе, так на мне.
Иду, иду. Милики отошли. Все, и меня не разбивайте только. Так, на трех хилах освобожденка, сейчас скрытнее все глыбы под босс. И даем геру. Тоти, не разбивайте только меня, под босса неси, меня разбивайте уже. Гера, давайте. Разбивайте, следующий тоже под босс. Упала, надо поднять. У нас нету БРов. Под босса неси. А, у меня уже появился, сейчас я у тебя подниму халипал. То где ты валяешься, я тебя не могу поднять. Под боссом он за глыбой. Все, я его поднимаю. Следующего тоже под босса. Под босса ты неси, кукувайся. Под босса неси. Блять, не хлопайте, пожалуйста. Давайте захили. Следующего тоже под босса. Под босса неси. Сейчас притяжка будет, кстати, не разбивайте его. Обжигающий холод. Все, следующую в сторону и бьем босса. В сторону неси, Числав, и бейте босса. Гимн на хп какой-то, надай гимн на хп. Уходи, алло. Следующую тоже в сторону. Может больше не меня. В сторону уноси пухнастик и добивайте босса. Это молодцы. Алло. Кто сегодня не забирался? Шестой ставит. Босс подряд, шестой раз с Войда срывается босс. Так, ладно. Ты, ну, так он выбил или нет? Ну, протопал там, ну, кто-то вообще там танки есть. А, мне Маша, кажется, кидать, тебе надо поиграть за класс более полезный для рейда и более сложный в игре, а то ты тыкаешь одну кнопку и что-то там говоришь. Например, Войд, назови. Создай рогу, создай рогу. И играй за рогу. Чем рог полезен для рейда? Вот он как раз на пул даст, чтобы такие маги не срывали, как ты, которые умрут и бесполезны. Нет, это просто надо ДК взять, который сможет нажимать одну кнопку, и все. В глыбе я посмотрел бы, как ты нажимал. Память Малигоса надо кому? Давай в ДЦ. Как осенна, спекайся.